Давай, 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 давай. Yes! Красавец. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем развлекаться в Far Cry 3. Ну что же, что нас ждет на этот раз? На очереди у нас несколько новых дополнительных миссий. Давайте посмотрим по карте, куда мы отправимся. Первая миссия будет там, где мы сейчас находимся, охота за головами, конечно же. У нас еще достаточно их осталось, но на этом острове уже начинают заканчиваться задания. И всего тут осталось 4 охоты за головами и одна обычная охота. Ну что же, попробуем зачистить этот остров сегодня, может быть получится, может быть нет. Все зависит от продолжительности этих миссий. Посмотрим, что нам готовит самое первое из них. Конечно же, нам нужно почтить традиции и убить двух снайперов. Интересно. Похоже, это как раз миссия для моей малышки с моей чудесной снайперки. Посмотрим, где она у нас находится. Где-то там внизу. Давайте прихватим наш транспорт. Благо, он у нас тут совсем рядышком. И поедем вперед. Наша куколка чудесненькая, веселенькая, забавненькая. Поможет нам в пути. Где же наше радио? Что-то там хрипит. Ух, медведь справа. Не хочу я с ним связываться. Так, аккуратней, чтобы нам не упасть ни с какого... Ни с какого утеса, ни с какого обрыва. Да, похоже, миссия у нас как раз внизу. Медведь там за нами не гонится? Нет, хорошо. Хорошо, что не гонится. Так, посмотрим, где она там может быть. Ой, как все размыто. Как все размыто. Тут у нас парнишки. О, шкурят кабана. Ну ладно, давайте, у меня есть интересное предложение. Давайте просто заедем сейчас наверх утеса. Там, я смотрю, есть маленький уютный домик прямо на краю него. Вообще, любят здесь местные жители строить вот эти домики прямо на краю. У них прям какая-то такая мания красоты. Ну, а почему бы и нет? Посмотрим, что тут написано. Ну-ка. А, все отсвечивает. Да, все нарушители будут застрелены. Выжившие будут застрелены снова. Неплохо, неплохо. Неплохая попытка, чувачки. Но у вас в противниках Джейсон Броди, поэтому лучше с ним не связываться. Совсем не связываться. Смотрите, какой там форт у нас. Ну, мы там уже были. Дурацкий форт Нокс. Так, ну что же, время нам для полета. Ух, ха-ха-ха. Надо бы подальше нам улететь, хотя я думаю, что особо далеко мы не улетим. Давайте раскроем наш парашют. На парашюте как-то поспокойнее. Главное не залететь прямо в лапы к ним. И спокойненько приземляемся. Так, о, кажется, я уже вижу первых наших противников. Давайте их запечатлим на нашу фотокамеру. А, нет, я вижу их лучи. Лучи их снайперок. А вот и один. Второй, третий. О, а вот и наш снайпер. Самый главный. Подберемся поближе. Как настоящие охотники, подберемся поближе. Так, мы добрались до точки. Так, сейчас попытаемся залезть. Давай, 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 Джейсон, забирайся. Есть. Отлично, забрались. Давайте теперь разведуем территорию. Посмотрим. Давай, пролезай, пролезай. Отлично, отлично. Так. Так, первым мы видим уже. Я слышу собаку. У нас тут собака. Так, давайте убьем снайпера на вышке. Пока он нас не убил сам. Отлично, никто ничего не заметил. Пусть отдыхает паренек. Так, я вижу там вдалеке еще одного. Угу. И нет, двоих даже я вижу там вдалеке. Так, а этот паренек-то у нас с собачкой отдыхает здесь. Плохо. О, еще один. Слушайте, неплохой форт. Неплохой, неплохо они здесь засели. Ух, ё! Так, смотрите-ка, он в желтой шапке. Похоже, что желтая шапка это и есть командир. Давайте-ка мы попробуем камушком привлечь внимание наших друзей. Надеюсь, он нас не заметит.
Давай, 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 проходи, 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 проходи. Все, свободен. Никто не увидели, никто не увидел. Отлично, пусть полежит здесь в травишке. Пусть отдохнет. Так, мы видим здесь... Ага, да, его надо убить ножом. Его надо убить ножом. Плохо. Плохо для нас. Их двое, двоих нужно обоих убить ножом. Весьма плохо. Так, если мы прикончим собаку, то они нас увидят, я думаю. Скорее всего. Или услышат. Так. Ну что же, дерзкая вылазка, может быть. Ой-ой-ой-ой-ой, он нас чуть не увидел. Так, жаль, у нас нет рентгеновского блинзрения. Но зато мы, после того, как замечаем его, как настоящий истинный охотник, знаем его передвижение. Так, что же делать, что же делать? Как мне быть, как Марусю полюбить? Но если этого убью, то вот этот охранник, он увидит. И если этого убью, то он вернется и опять же увидит. Так. Куда смотрит этот чувак? Вроде он нас не видит. Давайте сейчас попробуем подкрасться и убить его. Отлично. Этот готов. Этот готов. Давайте избавимся от собаки. О-оу. Все, нас заприметили? Нет, собака просто гавкнула. Никто не обратил внимания, но... Они заприметили. А теперь заприметили уже все. Нас пока не увидели. Отлично. Продолжаем. Продолжаем охотиться. Он нас отсюда видит. То есть оттуда видит. А мы его отсюда тоже видим. Жалко, что этот берсерк спрятался за... Отлично, давайте-ка. Подходи, подходи ближе. Все, минус этот. Готов. Бушман отлично просто отрабатывает. И теперь нам, конечно, нужно просто... Просто того паренька отвлечь. Камушек, давай. Нет. Камушек летит слишком недалеко. Ну давай, долетай уже. Не. Камень не долетает. А он нас видит между тем. Оттуда. Так, я попробую перепрыгнуть. Только бы не упасть. Отлично. Мы не упали. Теперь нужно его обходить с тыла. Так бы он нас не увидел, конечно. Не хочу, чтобы он нас видел. Хочу пройти прямо, чтобы нас никто не заметил. Как? Истинный воин. Правда, не ракет. Ракет я больше не уважаю. Они отстойники. Итак. Прямо сзади. Есть! Ха-ха. Быстро и четко сработано. Ну что ж, дорогие друзья, неплохо, неплохо, неплохо. Весьма мне нравится. Мне понравилось, как я отработал. Можно было, конечно, так. Не знаю, миссию проходить целиком ножом, ну да, можно, но довольно-таки, мне кажется, утомительно. Давайте отправляться за следующей нашей охотой за головами. Уже в другое местечко. Посмотрим, что она нам преподнесет, так сказать. Так, стоп, а ноутбук-то здесь? Ага, ноутбук уже все. Мы взяли или, я не знаю, просто его оставили. Но в любом случае он не открывается и недоступен. Итак, наша охота прямо здесь. Что у нас? $450, она будет посложнее, видимо. Два снайпера и их люди удерживают деревню на холме. Деревню на холме, целую деревню. Причем два снайпера и их люди. То есть там будет их весьма достаточно, как мне кажется. Но мы же справимся. Нам никакая помеха не помеха. Так, где-то там, на холме. На холме это плохо, лучше бы в низине. Я бы сверху их отработал. Так, надо бы нам в гору уже подзабраться. Если получится, нет, не получается. Ладно, хорошо. Попробую объехать эту территорию. Что за музычка дурацкая какая-то играет? Ни одной нормальной музычки нету здесь по радио. Все какая-то чушь. Какое-то завывание такое издалека только слышно и все.
Так, ну все ближе мы, но как-то точка у нас внизу все. Внизу да внизу. А тут у нас кто живет? Неужели бандюги? Да нет, какой-то паренек стоит. Привет, что делаешь? Фига, перчик тут насобирал, хлебушек. Угу, на холме. Это они на холме, что ли? Какой это холм? Это что вообще такое? Пародия какая-то на холм. Ну что, Джейсон Броди, похоже, должен отработать свое. Так, у нас есть тяжеловес. Ох, ё-моё, вы поглядите. Вы только поглядите, сколько их здесь. Да, похоже, тут есть над чем поработать на самом деле. Весьма-весьма есть над чем поработать. Нет, ну конечно, можно зачистить сначала одну половину деревни, потом другую половину деревни. Действительно, почему нет, но можно просто начать вот так отрабатывать по ним. Пока нас никто не видит. Вот как хрень. Тяжеловеса сейчас доработаем, и все. Ой, нас заметили. Нас заметили. Нас заметили. Ой, как нас заметили. Зверская снайперка прошибает просто на раз. Но тяжеловесы мы уработали, так что все нормально. А мы еще не добрались до места, а уже начали по миссии отрабатывать. Давайте дождемся этого паренька. Отлично. Опять он нас видит. Да это кошмар какой-то. Как вот так можно прицелиться через траву? Это в принципе нереально вообще. Отлично. Ну и собачка наша. Ух, елки-палки, это же нужный нам снайпер. Опа! Ха-ха, прекрасно. Статуэтку Санкай какую-то мы взяли. Так, осталась собачка у нас. И последний наш... нужный нам снайперок. Как бы он нас не увидел, давайте с другой стороны зайдем. Пока он нас не видит. Отлично. Отработали. Ну чё, паренек, давай иди сюда, я не знаю, отвлекись куда-нибудь, что ли. Давай, отвлекайся. Вот так. Направляйся в ту сторону, давай, не тяни. Направляйся, направляйся. А, нет, в другую захотел идти. Ну ладно. Это твой выбор, парень. Это твой выбор. А мы просто сделали свою миссию. Ну, тоже весьма неплохо. Быстрое убийство, 300 опыта. Неплохо, неплохо. Получили денежек еще дополнительно. Хорошо, с них денежек идет, хорошо. Итак, давайте сразу отправляться к следующей миссии. На этот раз давайте поохотимся на кого-нибудь. Охота все-таки поинтереснее, чем просто зачищать эти места. Причем, что особенно так не очень стимулирует убивать их тихо или не тихо, в общем-то наплевать. Честно сказать, игре, в общем-то, наплевать, убьешь их тихо или не убьешь, или убьешь громко. Потому что, вот, например, торговцу нужны две медвежьи шкуры без дыр, от пуль и без подпалин. Выследите медведей и убейте их представленным... мачете. Кажется, я нашел свою гибель. Ребята, кажется, я нашел свою гибель. Но все-таки отправляемся. Мачете у нас есть. Причем не мачете у нас есть, а японский нож какой-то там для харакири. Ну, в общем, о чем я хотел сказать? О том, что, например, когда мы делали миссию по... не миссию, а захватывали аванпосты, то там был бонус, да, неплохой, кстати, бонус, 1000 опыта за захват бесшумный. Вот, а тут, ну, собственно, в общем, бессмысленно как-то даже. Так, ну, мачете, да, мачете, нафиг. Ёлки-палки. Прикончит нас эти медведей? Сколько? Надеюсь, одного. Потому что сейчас три медведя такие, представляете? Вот это будет круто. Итак, взяли мы мачету. Осталось два медведя, а? Два медведя, вы только... Какой кошмар, а? Так, хорошо, ладно. Давайте я посмотрю, что у меня есть из предметов.
А снадобье для охоты у меня есть одно, да? Снадобье для охоты, сейчас посмотрим. У меня есть репеллент. Репеллент отпугивает, не давая атаковать вас. Работает на морских, на акул. Не работает на морских, акул или крокодила. Инстинкт охотника. Давайте скрафтим один инстинкт. Применим. И давайте искать медведей. Так, медведей мы нашли. Прекрасно. А если мы вколем репеллент и будем гоняться за медведем и тыкать его в одно место причинное? Как думаете, сработает? Может и сработает. Давайте, давайте попробуем. Сейчас я вколю себе репеллент. Так, создатель предметов, снадобье для охоты, репеллент. Применить. Итак, мы вкололи себе репеллент. И идем атаковать медведя. Ха-ха-ха, да. Да, прекрасно. Прекрасно. Вот как убивать медведей мачете. Ха-ха, стой. Стоять, Мишка. Стоять. Блин, вот оказывается, как можно было убить ту пантеру. Прекрасно. Просто, быстро и безопасно. Да, хитроумный Джейсон Броди со своими снадобьями для охоты просто потравил Мишку своим ужасным запахом. Конечно, вы хоть раз видели, чтобы Джейсон мылся? Нет, нет. Может, он даже не вкалывал репеллент, а может, репеллент и не работал. Да, забавно, забавно. Ну что же, давайте отправимся на док в брейкпоинте. Веселая миссия, конечно, у нас была с этой охотой. И надо бы нам дочищать этот островок веселый от всяческих злодеев. Нижний полуостров самый у нас такой суровый вообще был из всех. Хотя нет, это остров, это не полуостров. Два наемника обосновались в сарае на холме, убейте их ножом. Ага. Так, ну, давайте возьмем, как всегда, нашу машиночку. Убейте их. Кстати, $500 нам дают, то есть, может быть, эта миссия даже будет такая прямо, ух, сложненькая, сложненькая, потому что деньги все-таки неплохо дают оценку сложности миссии. Ну что, у нас уже утречко наступает. Да, снадобья для охоты, безусловно, офигенные. Например, ну, как я уже сказал, надо было мне тогда ту пантеру именно так и поубивать. Офигенная наша снайперка. Давайте посмотрим, где обосновались эти охотнички наши. Один, второй, третий. О-о-о-о, вот это да. Вот это бригада. Ну, я бы, конечно, их просто разбомбил. Не знаю, своим гранатометом. У меня, кстати, нет сейчас гранатомета. Но, в общем, проще мне сделать, наверное, вот так вот. По одному их всех сейчас перещелкать. Чтобы далеко они не убежали. А, этот за домик спрятался уже. Неплохо. Мне нравится, как вот эти тяжеловесы сразу начинают так ходить, как терминаторы. Отсюда они нас не увидят. Вы посмотрите, какое расстояние. Какая у нас шикарная снайперка. Ну, давайте, выходите. И главное, спрятались за дом. А вот хитроумные-то. Зашли за домик. И этот тоже выходить не хочет. Смотрите-ка, засел там. Ладно, мы сменим нашу снайперскую позицию. Хотя, в общем, не очень-то нам есть куда сменять ее. Но минус еще один. Смотрите, сколько тут тяжеловесов. Ох ты, смотрите, я ему пробил. Взорвется он, интересно, или нет? Я ему сзади пробил этот баллон с газом. Или с чем он там? Они же огнеметчики. Так. Ну, я видел, там еще один был тяжеловес. Давайте, меняйте свою позицию. Меняйте, а потом я буду этих двоих добивать. Или мне просто сменить позицию и уже подобраться к ним сзади. Ну, я думаю, это будет не так уж и просто. Так, наш тяжеловес решил выйти прогуляться и получает голову за это. Еще один получает выстрел прямо в зад. Ах ты, он меня увидели. Они меня увидели, 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 увидели. Увидели, ладно, все, потеряли. Так.
Давай, давай, высовывай, высовывай. Высовывай свои баллоны. Ну, высовывай. А, я боюсь, что я сейчас стрельну по баллонам, они как рванут. У него уже две дырки, а ему пофигу, слушайте. Ну, что это за фигня? Давай. О, что с ним? Просто упал. О, ну да, безусловно, так бы и произошло. Так я и поверил. Вылезай. Все, готов. Ну что же, а теперь... О, он к нам решил подобраться. Ну, к нам решил подобраться, значит, мы должны немножко отойти, да? Отступить, конечно, немножко взять назад и зайти немножечко в тыл. Потому что так требует военная тактика. Но нам все равно нельзя их убивать никак, поэтому давайте делать, так сказать, долгий выстрел, то есть обходить сзади. Обходить, 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 обходить. Можно было, конечно, подобраться, попробовать перерезать их. О, мы только сейчас добрались до места. А, потеха. Только сейчас. Так. Ну вот, мы уже поблизости. Первый у нас здесь, второй у нас здесь. Ага. И давайте добираться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай. Yes, красавец. Вот так. С первого раза у меня не получилось провести такой маневр. Но со второго раза неплохо, неплохо попался он. Красиво, красиво. Красиво, конечно, они улетели. Отличные комбы может проводить Джейсон. И давайте отправимся к последней нашей на сегодня охоте за головами. Хотя, не знаю, нужно подумать, подумать. Может быть и не последний. Давайте посмотрим на нашу карту, что нам еще осталось. Осталось нам еще раз, два, три, четыре, пять охот за головами. Три охоты на животинку. Давайте охоту за головами тогда оставим напоследочек, хватит на сегодня, действительно, давайте сегодня поохотимся. И в следующих, ну я думаю, тут получится по два выпуска, наверное, на каждое, учитывая, что у нас еще осталось два испытания ракет, давайте еще раз посмотрим. Сейчас мы пройдем эту охоту, у нас останется на следующие выпуски как раз по одной охоте, по одному испытанию ракет, ну и тут раз, два, три, четыре, 5. Ну, значит, в одном из выпусков будет просто 3 охоты за головами, а в каком-то другом 2. И я считаю, как раз нормально. Давайте возьмем наш ноутбук. Бумажник у нас уже полон. Пакетик кокаинчика мы там припасли, нашли. Так, что-нибудь купить мы можем? Нет, пока ничего мы купить не можем, к сожалению. Давайте просто купим карты. Там, не знаю, пусть будет клады, вещи... Ну, хватит, короче, хватит. 4000. У нас 2000 сейчас как раз подзаработаем. О, давно я не был в таких джунглях. Обожаю, обожаю. Очень красиво. Очень красиво. Давно не бывал. Итак, местному лекарю нужна неповрежденная туша кровавого комода. О, да, кровавая комода. Это значит, что мы что-то скрафтим. Найдите животное, убейте его с предоставленного лука. Ну, я не хочу отпугивать репеллентом. Давайте все-таки дадим животному какой-то шанс. Потому что, ну, бедняга все-таки жалко, безусловно, будет. Я выброшу наш огнемет. Возьму вместо него лук. Не хочу сейчас ничего сжигать. Слушайте, красота, красота-то какая, вы посмотрите, а. Погода-то какая чудесная. Ох, да, жить бы не тужить, если бы не вас, да его друзья ракет. Веселые, да бандиты, да пираты, да вообще. Такое чувство, что вообще на Сомали на каком-то находимся. Так, ух, посмотрите, какая красота, какой зеленый водоем. Сейчас на нас будут бросаться отсюда злые крокодилы и кровавые комоды, и кто только не будет бросаться. Но мы справимся. Итак, даже не хочу инстинкт охотника вкалывать, давайте... эффект внезапности, вот он кровавый комода, он идет на нас, получает стрелу, еще одну, и он просто не добегает, прекрасно. И забираем его шкурку, да, шкура комодского варана, нет, это был не он, кровавый комода, вот он,
Вот же он! Скорее, скорее, скорее! Нам его нужно убивать, пока он до нас не добрался. И да! Мы его убиваем. Ху-ху-ху-ху-ху. Да, кровавый Комода. Кстати, так антивирус называется. Комода. Шкура комодского варана. Можно изготовить. Новый предмет. Большая гранатная сумка. Давайте как раз это и сделаем. Создание предметов. А где у нас сумочка? Гранатные сумочки. Большая гранатная сумочка. Изготовить. Прекрасно. Смотрите, простая есть. А, нет, стоп, стоп. Назад, назад, назад. Так, патронташи. Полный комплект. Гранатные сумки. Полный комплект. Перевязи. Полный. Ранцы. Полный. Остался подсумки для мин. Большой подсумок для мин. Шкура белобрюхого тапира. Ну ничего, найдем мы белобрюхого тапира. И бумажники. Стоп, бумажники у нас не самые крутые. А, шкура однорогого буйвола нам нужен на последний бумажник. Но ничего, найдем, найдем. Мы сможем в нем хранить 10 тысяч долларов. Огромный толстенный бумажник. Достойный самого богатого говнюка этого острова. Давайте сменим на огнемет. Получилось, что все-таки мы смогли вернуть наш огнеметик, так сказать, назад. Ну что ж, дорогие друзья, я посмотрел как раз по миссиям, вам об этом сообщил. Посмотрите, какая прекрасная погода у нас под конец нашего чудесного выпуска. Надеюсь, вам понравилось. Оставайтесь со мной. Скоро будут еще серии, будут спешилы, как я уже говорил. Ну что же, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон, всем спасибо и до следующей миссии.